Студенты сдают экзамен по философии, кладезь ума, сумасшествия, демагогии. Учитель взял стул и поставил его на стол, вытянул острый нос студентов, как ствол. Задание докажите, а время в обрез, извините, что этот стул на столе не существует. Мой интеллект тогда восторжествует. Все начали что-то писать, уткнулись в бумагу марать. Кроме одного парня, надменного, как из камня. Нехотя, уверенно чувствуя себя, передал листок преподу и вышел. Быстро разыграно партишенно. Препод посмотрел в листок, впился, все ждут, неужели впрок? Как будто его кто-то пнул. Там зиял вопрос: какой стул?